Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной день, приехал с утра и уже натворил делов. Ну, с чего начнем? Покормил рыбку, собрал губки почти со всего стеллажа вот этого, но не влезли у меня в стиралочку, придется еще одну стирочку забросить. Также, вот эти вот паршивчики избили две самки, я их убрал. Вот сюда, вот в этот аквариум, пускай они поправляются. И одну избил вот этот. Это просто капец, и она пропала. Куда-то я еще одну самочку забросил, и, по-моему, вот сюда. Или сюда, нет, сюда, здесь целая. Вот это вот тоже уже такая потрепанная. Вот это такая еще себе, не особо. Ну и, конечно же, это не очень-таки хорошо. И не знаю я, как с ними справляться, потому что не нерестов, только избиения одни. Вот это вот надо будет убрать. Видите, какая потрепанная и не особо хорошо себя чувствует. Также, пока собрал губки, сейчас хочу собрать урожайчик губешки, пицилии. Вот здесь вот они все плавают. Много их есть. Видите, и здесь тоже. Вот одна какая-то большая убежала, я их заброшу сюда обратно. Ну и погнали этим заниматься. А то здесь уже малька очень много и много большого пицилии. А это нехорошо, потому что он подъедает вот эту вот мелкую гупешку, которая рожается. Погнали, ребята, работаем. Вот, ребят, и немножечко поработал. Пока там еще стираются губочки. И смотрите, это большое количество малька уехало отсюда. Но осталось, вот видите, одна, вон там вторая, третья. Но это не помеха. И уехали они вот на ту вон стоечку. Сейчас покажу. Здесь у меня пицилия обосновалась. Там есть такая пару самочек. Надо их забросить к остальным. Таких огромных. Ну, пускай посидят вот здесь вот немножечко. А тогда их обратно забросим. Даже, возможно, чутка попозже. Вон там вон они прячутся. И также было бы хорошо вот здесь вот сортировочку сделать. Гупешка, пицилия тоже, чтобы освободить аквариум. Но это, скорее всего, не сегодня. Ну и много уехало гупешки сюда, аквариум заполнился. Я даже не знаю, штучек 200-300 так точно. Вот даже пицилия попала какая-то, но это, скорее всего, чутка раньше. И я вот так вот наблюдаю мои скалярии. Вот эти вот хотят нереститься, и что-то вот эти вот новоприбывшие тоже хотят нереститься. Посмотрим. До конца дня, пока икринки нету, но надо подождать немножечко. Но они там чистят, все ухаживают за этой пластиночкой, все хорошо. И также самый мелкий малек уехал вот сюда. Вот его уже здесь тоже вот предостаточно, кривитосов много. Ну и что-то работаем понемножечку, малечек восполняет аквариумы. Ну и продолжаем дальше что-то делать и творить. Вот и еще раз немножечко поработал, ребят. И губки установлены, и заброшена вторая стирочка. Вот здесь со стеллажика, там с половинки. И даже уже по второму кругу вот здесь вот так губки засоряются. И надо, чтобы они чистенькие были. И вот, ребят, начался нерест. Да, есть немножечко икринки. Начался нерест у этих скалярий. Это очень такие хорошо. У этих, у самца еще нету вот этого, как он там называется. А у самки вот уже яйцеклад выдвинулся. Ну, что-то они медленные какие-то. Ну, посмотрим. Эти так уже пошли в работу. Это уже второй нерест, как они у меня на разводе. Но они огромные. И икринки должно быть хорошо. Также вот немножечко поработал вот с этим сливом. Поустанавливал вот здесь вот. И хорошо. Надо будет только протоку. И в бой эти два аквариума. Думал сюда
запускать Данюшку, но не знаю. Еще не уверен. А вот здесь вот, ребят, неона. Смотрите, какое количество. Ух, его там есть. Смотрите, только-только вот установил губку, а она уже вот в такой вот грязи. И протока здесь работает, медленно набирается аквариум. Все хорошо. Сейчас поступило два заказика, надо их выполнить. Один заказик, два зеленых меченосца, самка и самец. Не знаю, но самца и самец есть, самочки вот здесь вот плавают. И один анциструс. И второй заказик — это 10 штучек анциструсов. Надо будет тоже споймать вот таких вот маленьких. Ну, посмотрим. Сейчас сделаю, завтра с утра надо будет отправить. Погнали дальше работать. Вот, ребята, и понемножечку работа на сегодня окончена. Все губочки простираны, рыбки машут плавничками, спасибо. И работы тоже немножко сделано. Подменил воду у рожениц, которые не отражались. Вот видите, вот у этой нету растючки никакой, надо будет забросить им. И добавилось две желтеньких малинезии, по-моему, и одна черненькая. Вот так вот это все дело выглядит. Роженицы у меня с этой стороны сидят, и там только одна осталась, по-моему, пятнистая. Также заменил вот самочку гурамичем жемчужным. И она пристает к самцу, а не наоборот. Ну, посмотрим, что там получится или нет. Что-то они совсем молчат и не хотят нереститься. Одна пара только там отнерестилась. Но малька там совсем немножко, и дальше молчат. Но будем смотреть за этим всем делом, наблюдать. Также убрал с ускалярий икринку, ребят. Осталось немножечко на стекле, они так никудышненько отложили. Вот она, вот здесь, вот видите, на верхней части вот этой вот пластинки. Ну, пускай созревает, установил обогреватель и все остальное. Посмотрим, как будет с обогревателем это все дело развиваться. Но я думаю, будет лучше. Также, все помыто, все почищено, все чистота и порядок. Это очень даже такие хорошо. Петушки, ну, гоняют, не знаю, что с этого получится. И сортировочка вот этой вот рыбки, ребят, произошла, конечно же, успешно. Аквариум опустел, ждем, когда он снова наполнится. Вот такой вот коротенький ролик, ребят, по сегодняшней работенке. И это все, конечно же, сделано. Также выловлены два заказика. Анциструсов немножко, 10 штучек. И вот эти вот зеленые меченосцы и один анциструс. Также сделаны коробочки. Завтра с утра на отправку. Вот так вот и день слетел. С вами был Александр. Всем приятного дня, очень хорошего настроения, мирного неба над головой. И до завтра, ребята.